Всем привет! Вы на канале Big Lemon, и сегодня я покажу вам, как мы готовимся к Пасхе. Вначале мы разрезаем вот эту пленку, желательно посередине, чтобы не попортить узор. И так всю пленку. Вот так у вас должно получиться. Теперь берем яйцо и одеваем пленку. После чего оборачиваем так все яйца. Примерно вот так у вас должно все получиться. Теперь берем каждое яйцо и окунаем вот так ложкой в кипяточную воду. Кипяток. И вводим там это яйцо, чтобы пленка прилипла. И вот так должно получиться. Ложим в тарелку, чтобы остывало. Или можно положить сразу все яйца в эту воду, чтобы было быстрее. И вот так помешать там, чтобы прилипли пленки. Вода должна быть очень горячая, а не такая, как у меня. Я выложил эти яйца в тарелку, но они, правда, вообще ужасно завернулись, поэтому я решил вскипятить воду повторно в этом чайнике. И залить еще раз попробовать. Может быть, они опять, пристанут эти пленки к яйцам. Попробуем. Вот заливаем кипятком, еще раз пробуем. О, яйца взялись. Все, теперь их можно вытаскивать. Долго в кипятке их не надо держать. Вытаскиваем наши яйца, чтобы они без воды были, и ложим в тарелку. Вот видите, пленка хорошо пристала к яйцам. Не папа тут раз. Вот такие вот красивые получились пасхальные яички. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачного дня, всем пока!